Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на сайте «Маяк российских достижений». Это действительно маяк, который не только показывает, но и рассказывает. Я предлагаю отправиться вам в экспедицию по последним российским достижениям. Достижениям абсолютно в разных областях науки, которые признаны во всем мире. Вы сможете с ними познакомиться, путешествуя по этому сайту, практически за счет простого передвижения курсора или пальца. Что мы все здесь собрались благодаря проекту, который объединил нас, это «Маяк российских достижений». Мы его подготовили с целью того, чтобы рассказать в краткой и доступной форме для российской и англоязычной аудитории о основных достижениях. Мы выбрали 15 достижений, их, конечно, многим больше, но те достижения, которые абсолютно в разных сферах признаны во всем мире. Искренне рада приветствовать вас на конференции, посвященной запуску международного онлайн-проекта «Маяк российских достижений». Дорогие российские, камбоджийские друзья, коллеги, эксперты. Рад принять участие в международном проекте «Маяк российских достижений», организованном фондом Неплуха Маклая. Конечно, многие из моих коллег считают, что в прошлом уже многое было сделано, но в реальности, на деле же, проделано еще очень мало работы. Есть мало свидетельств, потому что народ в азиатском регионе по-прежнему очень мало знает о России. И хотелось бы пожелать плодотворных дискуссий и дальнейших успехов проекту «Маяк российских достижений». Действительно, русский дом в Куала-Лумпуре, или как раньше мы носили название «Российский центр науки и культуры», а еще прежде «Советский культурный центр», это одно из представительств Россотрудничества. И от лица русского дома в Сингапуре позвольте поприветствовать всех участников сегодняшней конференции. Для меня большая честь и радость представить вашему вниманию Русский центр Государственного университета Джинджи в Тайбэе. Я хочу сказать от лица Департамента международных отношений Камбоджи и Федерации международного сотрудничества Камбоджи, я хочу выразить искреннюю благодарность и поздравления фонду Миклуха Маклая за организацию этой важной онлайн-конференции по международному образовательному проекту, который называется «Маяк российских достижений» сегодня. И я хочу выразить благодарность всем спикерам за их замечательные презентации. Я очень рад и благодарен за то, что дали шанс учиться и жить в России. Необходимо улучшить взаимоотношения молодежи между двумя странами, и остальные последуют их примеру. Мы сейчас находимся в Центре зарубежного продвижения российских высокотехнологичных компаний в Сингапуре. И мы считаем, что интеграция всех технологий позволит миру найти самые лучшие решения для бизнеса. Я лично обожаю Россию. Я фанат президента Путина и России. Тема моего краткого выступления – это Россия и Индонезия и история их отношений. Нам в России надо тщательно изучать опыт Сингапура в сфере внедрения IT-технологий в различные сферы. Я, получается, на протяжении 10 лет наблюдала Малайзию изнутри. Как малайзийское правительство выплачивает зарплаты? Какого уровня зарплаты? Я поняла, что зарплаты выше, чем у нас. Это Институт стран Азии и Африки МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова. Итак, наш университет, это главный корпус, он был открыт в 1878 году. Сегодня я расскажу вам о ДВФУ, о студенческой жизни и о городе Владивосток. Университет предоставляет многие курсы на английском языке онлайн и офлайн, благодаря нашим партнерам, представляем наше направление. Это старейший университет в России, основан в 1804 году императором Александром I. Стоит отметить, что наш университет признает национальные документы об образовании. Весь процесс поступления проходит в онлайн-формате, и вы можете его осуществить из любой точки мира. В настоящий момент в нашем университете обучается около 3000 иностранных студентов. Представляю Петербургский университет путей сообщения, и моя презентация тоже на английском языке для наших коллег. Наш опыт совместного обучения иностранцев
в частности, в Папуа Новой Гвинеи, показал, что буквально за одно занятие уже можно научить элементарным фразам чтению и письму.